Ух ты, сразу две. Ник, а... Всем привет! Вы смотрите Вики-шоу. Сегодня у нас челлендж «Игровые автоматы». Мы будем пытаться с Викулей вытащить игрушки вот с этого автомата. Называется Dolls Magic Club. Одна игра стоит 70 рублей. Но в нее входят две игры по 20 секунд. Вика, ты какую игрушку хочешь? Синюю кнопочку достань, пожалуйста. Какую? Синюю вот эту. Ребята, пожелайте нам удачи. Поехали? Все. Синенькую. Ой, Вика, она не достанется. Ну давай, попробую. Ой, ух ты! Вика, мы с тобой две игрушки достали. Ну, собачку не достанется. Попробуем, что ли? Ну, хватайся. Видишь, Вика. Она не достанется. Она очень плохо лежит. Играем еще раз. Кого достаем? Вика, еще один раз. Если не достанем, будем другие пробовать, ладно? А, вот сейчас можно попробовать, да? Какая симпатичная. Сейчас мы тебя достанем. Так. Ну, давай, 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 давай. Ух ты! Yes, 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 yes. Симпатяшка. Покажи, а у тебя еще там игрушки лежат. Доставай. Вот у нас кто тут. Обезьянка, держи. Спасибо. И это кто? Конфетка. Какая-то вкусная конфетка. На, держи. И вот собачка, симпатяшка. Мы с Викулей еще решили поиграть. Вика, я тебе хочу достать вон ту свинку. Не надо доставать. Да? Ух ты, Вика! С бананом! Так, у нас еще одна игра. Кого достанем? Кого? Я даже не знаю. Я даже не знаю, кого брать. Давай вот здесь попробуем, да? Давай. Ух ты, Вика! Медвежонок! Это чудо-автомат, ребята. Давай, доставай свои. Класс! Посмотрите, тут смотреть. Ребята, смотрите, какая свинка. И банан. И банан. Сумочка свинка, и видно все содержимое. Еще будем играть? Да. Так, кого достаем? Доставай. Сюрприз. А, давай вот этого зелененького. Нормально? Да. Ух ты! Здорово, Вика! Еще. Еще одна игра. Я хочу попробовать сюрприз. Мам, достань вот этот телефончик. Телефон вон там. Опа, еще достали. Давай смотреть, что здесь. Мама, я первое вот это хочу. Что это? А что это? Не знаю. Пакет. Не может быть. И вот такая собачка. Гав-гав. Держи, Вика. Там больше нет ничего. А там что-то внутри. Но мы сейчас чуть попозже откроем, ладно? А мы продолжаем испытывать удачу дальше. Я попробую вот эту кучку достать, Вик. Еще немножко вперед, да? Секунда кончается. Эй, вообще ничего не получилось. Так, еще раз. Вторая игра.
Попробуем розового мишку достать. Давай достань. Хорошо? Да. У-ху-ху-ху-ху-ху-ху. Стой, подожди, Вик. Он в пакетике с телефончиком. Сейчас мы его достанем. Телефон. Пока. Телефон. Мы достали, что-то достали. Телефончик. Еще игрушку. Держи. Телефон у меня. Мишка с красивым цветочком. Здесь сегодня. Так, у нас уже было сколько, 5 игр? Будем еще играть. А кого хочешь достать? А может быть, вон того зелененького, какой-то с носом большим, симпатичный? Нет, мама. Достань. Кого? Вот. Кого? Вот. Эту рыбку. Рыбка? Ну, я попробую, ладно? Ладно. Или вот эту Китти? Нет, она плохо лежит, ее не достать. Ладно. Давай пробовать. Так. Аппарат нам сказал good luck, удачи. Так, достанется или нет? Да, скорее всего, нет. Но будем пробовать? Будем. Нет. Ее не достать, мама. Плохо лежит. Кого еще? Good luck. Мишку? Китти не достанется, Вик. Нет, она плохо лежит. Давай мишку. Ой, что-то я слишком... Еще разочек сыграем. Так, нормально? Мне кажется, не достанется. Ой, еще одна обезьянка. Так. Еще одна игра. Я даже не знаю, кого еще доставать. Вот этого? Нет, здесь плохо они. Ух ты, сразу две. О, Вик. Ах, жалко, один упал. Это помидор. Помидор. Давай доставать. Кто у нас тут? Ух ты, это губка Боб. И еще одна обезьянка. Кого еще достаем? Давай решим, кого достанем. Давай. Может быть, сюрпризик еще попробуем в пакетике? Давай. Так, еще разочек сыграем, и, наверное, достаточно. Хорошо? Синий пакетик. Эх, жалко. Жалко, да, очень жалко. Давай попробуем вот этот вот. Что это? Коричневое. Давай. Вот этого. Да? Хорошо? Опускаем. Yes. Да. Доставай. Это кружка. Ой, какой-то недовольный. Недовольный, что его достали. Ну что, Вика, давай все забирать, все наше сокровище. Это сейчас мы машине откроем, ладно? Давай. Все, хватай и пойдем. Вика, это был супер волшебный игровой автомат, да? Да. Давай посмотрим, какой у нас улов получился. Вот такой мишка. Держи. Вот такой поросеночек, сумочка с прозрачным животиком. Здесь замочек. Класс, вот это моя любимая. Дашь поносить? Ну да. Вот такая вот кружечка. Пивная, ну или квасная, держи. Вот такие вот две обезьянки.
близняшки? 4, 5. Так. Кто это? Собачка классная. Держи. Ой, падает. Сколько? 7? Так, 6. Сюрпризы оставим на потом. 6. О, симпатичная собачка. Бананчик. Держи. Ты уже запуталась, да, в счете? Вот такая вот губка Боб. Класс. Это что, конфетка? Конфетка со шляпой. Вот такая вот симпатичная кисуля. С бусиками, да, даже со стразиками. Держи. Викина любимая. И вот такие вот два пакета сюрприза. Давай же посмотрим, что здесь. Вот этот пакет нам вообще совершенно случайно попался, да? Мы его подцепили, а потом еле-еле вытащили из ящика. Это чехол. Это чехол на телефон, точно. Такой красивый чехол. Со стразиками. А на какой телефон это чехол? Не знаю. А, это на 5S. iPhone 5S. Так. И что же у нас в заветном пакете? Я потрогала, там что-то такое. Да, там что-то жесткое. Что же там? Самой уже не терпится узнать. Сейчас. Развязали. На, открывай. Пленка, много пленки. И что это? Что это? Не знаю, что это. Магнитик, что ли? Давай откроем. Точно. Кажется, это... Магнит? Да. Да, магнит. А кто на магнитике? Зайчик, миленький. Ребята, это просто волшебный автомат. Нам такие автоматы никогда не попадались. В основном это автоматы-обманщики. Это была действительно беспроигрышная игра. Каждый заход мы вытаскивали игрушку, да? Или даже две. Вот так вот. Ну что, ты довольна? Очень довольна. Класс, поехали домой. Всем пока, подписывайтесь на наш канал и до новых встреч! Пока-пока!